1 сентября одни учащиеся Антопольской школы-интернат ждали с нетерпением, другие наоборот не хотели покидать родные патронажные семьи, принявшие их на летние каникулы. И все же, нарядные, отдохнувшие, они выстроились возле школы в ожидании первого звонка, в преддверии свежих эмоций и новых впечатлений. А зарядили этими хорошими эмоциями всех, без исключения, представители Следственного комитета по Брестской области. Они уже не первый раз приезжают в школу-интернат, приезжают не с пустыми руками. Такие встречи отдушина и для ребят, которые понимают, что они нужные люди, и для маститых следователей, которым важно чувствовать, что небольшая помощь становится для ребят большой радостью. Как всегда, в этот день настроения плохого, я думаю, не должно быть. У нас и у меня, и у детей, и у родителей на сегодняшний день настроение хорошее, потому что мы подготовили хорошую школу, чистые, уютные классы, мы очень много сделали за лето. Я сама очень-очень довольна, потому что то, что вот запланировали, мы сделали. И дети сейчас вошли в чистые, просторные, уютные классы, спальни. Не просто там посещаем какие-то праздники, там Новый год, предположим, 1 сентября и так далее. Мы развиваем эти отношения. У нас 24 сентября мы запланировали встречу на нашей Брестской земле уже. То есть мы приглашаем детвору эту. И мы запланировали встречу не просто с экскурсией, но заодно проведем еще товарищескую футбольную встречу. Мы друг друга учим главному. Мы учимся не быть безразличными друг к другу. Они нас учат этому искренне и от души. И мы учимся этому тоже искренне от души. Ждут? Конечно, ждут. В Антопольской школе-интернате обучаются дети, немного не похожие на своих сверстников, с особенностями развития. Они чуть медленнее ориентируются в окружающей их действительности, зато умеют трудиться, быть настоящими, непринужденными и простыми. Возле школы есть свои парники и огород, а сама территория учреждения украшена поделками, сделанными руками учащихся. Каждая встреча сотрудников Следственного комитета с ребятами из Антопольской вспомогательной школы, встреча друзей, каждый раз в избытке впечатлений, эмоций, душевной теплоты, а главное – доброты. Основная функция, наверное, все-таки привлечь людей к подобным учреждениям. Естественно, один в поле не воин. И чем больше нас обратит внимание на такие учреждения образования, на эту, я бы даже назвал, проблему, если каждый из нас несет хотя бы маленькую толику там, доброго дела, вот в воспитании этой детворы, в помощи этой детворе, то им станет гораздо проще, да и получится результат гораздо более лучше. Очень просто закрыть глаза на чужие проблемы, и очень сложно понять, что эти проблемы нужно решать. Сотрудники Следственного комитета не прячутся от нерешенных вопросов, желая сделать все, чтобы у этих детей было будущее, чтобы как можно больше было людей, которые поддержат в целом школу и каждого в отдельности ее воспитанника. И чем больше таких небезразличных, тем меньше будет грустных детских лиц.